Финал командного первенства Азии по теннису среди детей до 12 лет стартовал в Национальном теннисном центре Астаны. Соревнования такого формата проводятся впервые. До 11 ноября за чемпионство будут бороться команды из 14 стран мира, среди которых сильнейшие игроки из Японии, Южной Кореи, Китая и Индии. Казахстан представляют 8 лучших теннисистов, которые прошли все этапы отбора и вошли в состав сборной. Организаторы и спонсор турнира Федерация тенниса Казахстана, техническими партнерами выступают представители Международной и Азиатской Федерации. Впервые такой турнир, такие соревнования проходят не только у нас в стране, а вообще в мире. Чтобы был командный чемпионат до 12 лет, такого никогда не существовало. Соревнования, конечно же, проходят как в рамках чемпионата мира. Но здесь было принято решение, что дети будут играть преквалификацию у себя региональную, как мы играли в Центральноазиатскую, Казахстан, где занял первое место. И финальную азиатскую, где здесь собрались дети. Идея этих соревнований – с малых лет научить детей тому, что в будущем они будут представлять свои страны на таких важных турнирах, как Кубок Дэвиса и Кубок Федерации, потому что данный чемпионат аналогичен их формату. То есть игроки приезжают вместе со своими капитанами, проводятся 2 одиночных матча и 1 парный. Напомню, в июне на квалификационном этапе в Душанбе сборная Казахстана прошла финал, обыграв команды из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.